И вновь приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Energames. Возвращаюсь я к прохождению Returnal. Какая божественная музыка за этими воротами. И задание у нас, идите на музыку. Музыка, как, по-моему, упоминала Селена, что-то связано с детством, или она играла такую музыку раньше. Вот, чтобы попасть за эти двери, надо собрать там какие-то звенящих два ключа, которых у нас нету. Но будем искать по этой карте новой. После того, как мы завалили третьего босса, значит, теперь блуждаем вот в поисках четвертого босса. Ну, скорее всего, за этими воротами будет четвертый босс. Так, мы пришли. Нам вот сюда вот можно куда-то пройти, нас дверь, да? Вот сюда вот пройти, вот здесь вот. Вот здесь вот еще один портал ворота, блин, который мы пропустили. Ну ладно, давай пойдем пока направо, посмотрим, что там. Новое, кстати, оружие у нас. Слушай, а мы же переместиться можем туда вот, поближе. Да, давай посмотрим, что вот за этими дверьми вообще находится. Не будем пропускать, потому что можно улучшить скафандр. Прочность его увеличить. Так, использовать. И давай пока вот сюда вот переместимся. Вот, сюда вот, да, отсюда вот дойдем, правильно. Здесь же мы можем дойти, можем вроде бы дойти. Надеюсь, сноровку я не потерял, блин, потому что тут в игре чуть сноровку потерял, погиб, и все начнется сначала. Не знаю как, неужели нас на первый вот, если я здесь вот помру, на первый уровень будет скидывать на первые карты, заросшие там эти все руины, если я правильно назвал. Блин, тут ну, тоже музыка. Смотрите, как все сделано офигенно, да? Музычка. Доносится вот этот орган даже сюда, вот в эти далекие участки. А, там ключ нужен какой-то. Ну, у нас два ключа. Рывок отключен. Блин, это хреново. Если сейчас твари какие-то вылезут. Ага, что там такое? А, понятно, почему я сюда не прошел. Здесь у нас лава. Скафандр еще не обладает такими функциями, чтобы по лаве тут ходить, прыгать. Ясно, вспомнил. Все. Не ругайтесь. Так, если мы направо пойдем... Там какой-то плюсик есть. Или восстановление здоровья. Скафандр. Ой-ой-ой, нет, сюда я не пойду. Пошли назад. Так, куда назад, сюда назад, да. Где мой чай? Вот мой чай. Так, все, пошли тогда налево, сюда. Здесь у нас что? Заполнять одну ячейку развития нормас. Прочность скафандра повышена. Не надо пугать-то. О, блин, смотри-ка, что. А болиты откуда-то прибавились. С этих растений, что ли? Наверху. Или внизу показан какой-то. Внизу, скорее всего, да? Да. Сундучок. Ключ, да, нужен? Ну, давай откроем контейнер этот. Не сундук. Ух ты, артефакт. Рассыпанные аболиты сохраняются на 3 секунды дольше. Давай возьмем. Место-то у нас еще для артефактов есть? Есть. Блин, есть еще много всего. Еще много места есть. Так. Сколько тут много тел Селен.
на этой локации очень много встречается. Кстати. Так, туда у нас дверь идет на арену. И все, да? Все, да. Теперь нам надо вот сюда вот пройти, посмотреть, что там. Хотя, а как вот сюда вот попасть? А, подожди. Вот так вот мы можем сделать, да? Так, здесь у нас потайная комната, ну давай зайдем. Главное, чтобы босса не было какого-то монстра. Вроде нет. Отсюда тоже могут, кстати, вылезти монстры. Нет, на сей раз оболиты. Хорошо. Это хорошо. А здесь? Оболиты, отличненько. Отличненько. 307 оболитов. Еще оболитики, нормальненько. 40-овник оболитов. 347 оболитиков. Все, да, смотрел вроде бы? Вроде бы да. Так. Давай разрушим вот эти вот растения под, наподобие яиц, похожие на яйца. О, болитик, смотри-ка, есть. Вылетают отсюда в оболиты. Мал-маляно вылетают. О, блин. Гребаные турели. Успел же? Вроде бы успел. Оп, успел. А здесь у нас что? Заполняет одну ячейку развития, нормальненько. Давай заполним. Где он там? Наверху в самом. Не успел вроде бы попасть. Так, уровень адреналина 2, да. Сука. Босс какой-то. Блин, ни хрена себе. Нормальный он такой боссик-то, второго уровня. Тише, 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 не психуй. Задел, зараза. Все, готов. Оболитики после него соберем. Ну, кстати, тут восстановление прочности скафандра дофига рассыпалось, неплохо. Блин, оружие прикольное. Она оставляет после себя какие-то, например, электрические разряды. Вот. Поле такое электрическое оставляет. Офигенно. Поражающее врагов. Так, здесь у нас что выпало? Пустотник 17 уровня. Ну, слушай, энергозаградитель прям мне вот понравился, не хочу даже от него избавляться. Заполняет одну ячейку развития, давай возьмем. Так, что тут еще по зелененьким штучкам? Заполняет одну ячейку развития, улучшили площадь скафандра. Одну ячейку развития тоже. Так, еще одна ячейка развития. А здесь у нас тоже ячеечка развития, да? Опа, еще прочный скафандр мы восстановили. Четко, здорово. Вот еще тело Селен. Как называется вообще карта? Звенящие руины. Вот еще Селен, смотри. Пипец, и здесь. Там.
Есть какой-то, кстати, шифр. Как будто статую из нее делали. Так, здесь у нас часть шифра, да? Да, образец. 3 из 15. Ух ты, наверное, звенящий ключ лежит. Сейчас я все обойду, осмотрю. Ух ты, тут тоже яйца. Яйцеподобные растения. Так, неизвестный предмет, давай просканируем. Да, звенящий ключ, один из двух ключей, открывающий звенящее убежище. Взять, новая запись там была какая-то. Вот он как раз, вот она как раз запись. Инопланетный артефакт. С данными отсутствуют, которые зашифрованными данными, запоминающими часть код доступа. Вероятно, для полного доступа потребуется несколько таких артефактов. Энергетический сигнал этого ключа совпадает с сигналом звенящего убежища. Взять. Звенящий ключ. Хорошо. Один ключ мы нашли. Так, а дальше нам куда теперь, куда теперь? Вот в эти двери нам надо попасть, да? Переместимся. Мы, значит, по транслокатору. Отсюда, да? Да. А, биом я даже сохранялся, да? Блин, прикольно. Если мы тут помрем, значит мы тут возродимся. Хорошо. Так, это у нас паразит. Пока не буду брать. Наверху где-то есть сундучок, но он заражен порчей. Контейнер, точнее. Сейчас вот эти вот разобью. Чуть нет аболитов. А ладно, не буду контейнер отсмотреть, пошли дальше. Тю-дю, вот еще один контейнер. Зараженный порчей. Не буду к нему подходить. Пойдем сюда, откроем вот эти вот двери. Посмотрим, что у нас тут. А, переработка вот как раз паразитов. Великолепно. И тут паразит лежит. Удваивает в радиус сбора аболитов. Падая с высоты, вы получаете урон. Так, нацепим на себя и переработаем его в аболиты. Да, великолепненько. Сколько мы там? 47 аболитов получили. Надо теперь тот, того паразита забрать. Где он нам попадался? Вон он. Угу. Тоже его переработать.
Великолепненько. 533 аболита. Пока есть. Ой, блин. Готов. О, блин, какие-то монстрики новые летают. Блять, дроны какие-то. Вредили меня. Охренеть, он под защитой еще, блядь, под куполом защиты. Где этот дрон? Вот он. Еще один. Еще один летит. Ты на месте будешь стоять, что ли, там? Какой ты? А если тебе мощную такую атаку... Блин, не долетело. Сейчас попробую перезарядить. Ничего, будем подбираться. Сейчас перезарядится оружие. А, перезарядил. Так вот. А он, блин, все-таки ходит. Говнюк, ничего себе. Ну ладно, держись, я иду к тебе. Там еще и второй есть. На, на. Щит сбили. Ух ты, шифр. Собрали. А куда это я тут упал? Надо отсюда выходить. Не туда, блин, ёп. Твою дивизию. Сброс адреналина. Писец, эти все, блядь, ямы. Так, этот готов. Не стоило бояться. Прям быстро как-то уничтожился. Отлично, этот быстро уничтожился. Ты боялся. Это что у нас упало? Порченная смола, одну ячеечку развития. Есть восстановлялка-то. Здоровье. Вот. Немножечко восстановилось. Что-то они совсем не страшные были. Так, уровень квалификации 17-й. Здесь у нас какой-то контейнер, что ли? Нет, 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 ничего. Где-то есть контейнер-то. Наверху, что ли? Или внизу как-то показывает? Как внизу, если я здесь? Еще ниже? Ну, вот этот вот. Давай, откроем. Утробный изрыгатель не хочу, он как дробовик. Это что? А, аболиты. Вот сюда вот я упал, да? Угу. Так, здесь у нас тоже контейнер. Ключ нужен, которого нету. Печальненько. Так, здесь у нас с порчей. Там у нас тоже что-то есть. Ага, прочность восстановим. Там у нас что-то лежит. Ключ как раз. Да, который мы можем контейнер тут открыть. Сейчас, пока не забыли, контейнер этот откроем. Здесь же я спрыгну, нормас будет. Это вроде нормас. Вот. Может, артефакт какой будет.
Да, есть артефакт. Дает плюс 10% к урону от оружия при наличии сбоя. А у нас сбой... Нет. И сбой нежелательно, чтобы был. Так, дальше, 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 дальше. Нам надо подняться, подняться, подняться выше. Все выше и вы... А там что, наверху? Там что-то какая-то вкусняшка. А как? Да, мне взлететь. Вот отсюда, наверное, где-то как-то пройти можно. Да ведь? Ни хренашеньки. Может, оттуда вот туда, туда, туда? Туда? Пойдем туда. Ага, во. Туда вон перепрыгнуть. Тихо, 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 аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, мы не знаем, что внизу. Внизу вроде бы есть. Есть почва под ногами. Так, отсюда перепрыгнем. Перепрыгнем. Ай, какие мы молодцы. Что мы взяли? Мы какой-то... А, куб взяли. Куб данных. Снарядопровод. Поместите соответствующее устройство, чтобы получить доступ к чертежу этого предмета в следующих циклах. Не более одного экземпляра в снаряжении. Взять. Это нам устройство надо найти, правильно? Вот он, куб данных. Мы с ним пока ничего так сделать не можем. Через какое-то устройство, которое найдем потом. Так, что-то вон там еще есть какая-то штучка. Приколючка. Внизу, в принципе, тоже там вон яйцеподобные какие-то растения. Давай назад мы перепрыгнем. Да, вон туда, вон, смотри, как-то нам надо пробраться. Откуда его? Вон оттуда его, наверное. Вон оттуда его. Да. Здесь что у нас? А здесь у нас эфир. Хорошо. 6 штучек эфира есть. Так, ну что, пора время спускаться пришло. Оп. Есть аболиты. Слушай, может им их надо стрелять? Блин, а не бить? Мечом. Тогда вот смотри, аболиты. А когда мечом бьешь? Хрен тут аболиты, смотри, собираются. А если вот так вот? На-на. А, нет, не у всех аболита, ладно. Угу. Просто так выпадает. Все, чё ли? Все, чё ли? Пошли тогда дальше разведывать. Звенящие руины. Ага, база данных. Так, база данных похожа на те, которые мы были. А, нет. И много лет спустя я о них мечтала. А, ну давай, почитаем. Дерево, усеянное глазами. Дерево, усеянное глазами, фреска. Звенящие руины, фреска номер один. Ну да. Глаз, конечно, не видно, но раз она сказала, значит, там есть глаза. Так, здесь был контейнер. Да, он и есть. Ух, 17-го оружия. И гнилоплюй. Но нет, оставлю вот это вот. Который имею. Постель опутана щупальцами. Фига себе. Кто в такой спит? Я бы не хотел в такой спать. Резня двуногих позвоночных. Резня двухногих позвоночных.
Что-то как-то тела такие вверх. Это как в фильме Стивена Кинга «Оно». Давай летать! Так, а там тоже фреска есть. А как туда? Зашибись. А я туда перепрыгну? Если с разбега попробовать. Ну, давай попробуем. Нихуя! Ты смотри, интересно, да? А как же туда реально попасть? Там же тоже вот какие-то данные есть, смотри. Загадку устроили. Так, здесь у нас паразит. Паразит, отлично. Берем паразита, переработаем его в болиты. Блин, я очень туда хочу. Даже вот интересно стало. Нигде вот этой зацеплялки нету. А если отсюда? А если сверху? Сверху тоже ничего не видно. А снизу там проходов нет? Нифига. Ну, может, в будущем какой-то скафандр будет как-то улучшаться. Ладно, фиг с ним, оставим это дело. Так, сделался у нас гнилоплюй. Нам теперь что надо? Нам добраться надо... Ну, или, в принципе, в эту дверь... Что нам у нас там этот паразит-то? Вы получаете урон при использовании атропусских ключей. Так, пока у нас ключей нету, а он что сделает? Один сбой или предотвращает следующий? Сработав, отделяется. Короче, можно сказать, ничего полезного не приносит. Пускай пока, ладно, побудет прицепленный. Опа, вот эту вот статую можно разбить. Здесь статуя наполнена болитами. Есть. Собрали. Так, еще раз нам туда, правильно, правильно. Так, по-моему, тоже паразит лежит. Музыка пошла опять. А, вот и портал, нормас. А, звенящий ключ второй. Слушай, второй ключ уже берем. Это значит, мы уже можем открыть ту дверь? Че, правда, уже к боссу прийти? Вот сейчас вот стало страшно, очень страшно. Блин, давай я пока переработаю, значит, этот... паразита. Где у нас это... Ну-ка, подожди. Вот здесь вот она, да. Переработка. Блин, ничего себе, сейчас уже с боссом будем биться. Так, переработали. Сколько у нас болитов получается уже на счету? Блин, много болитов. Я бы еще бы, конечно, такую большую аптечку купил бы. И если ее можно было здесь найти где-нибудь... Что это было? А, яйца. Раскидали тут свои яйца все.
Так, порченный контейнер. Сейчас. Есть тут тоже аболиты. Тоже аболиты есть. Шестьсот девяносто пять аболитов. Так. Где у нас эти производители аболитов? Вот здесь у нас что-то стоит, но я, наверное, ее посещал. Сюда вот давай переместимся. Кстати, не помню, читал я это. Так, воспоминания о семье разрознены. Проказа, поразившая разум, видевший астронавта. Жизнь, короче, текст еще не полностью собран, не разобран. А, вот, отличненько, работает. Усилитель прочности увеличивает максимальную прочность на 25%, 325 аболитов, да. Значит, не посещал я эти. Увеличим прочность скафандра. Чуть восстановили тоже здоровье. Вместе с прочностью. И как раз должна быть большая... Нету большой. Так, это клинковый балансир. Активирую более мощную атаку ближнего боя мечом. Когда вас атакуют, восстановление альтернативного огня ускоряется на 5 секунд. Убийство в ближнем бою создает 2 энергетических снаряда, поражающих 2 ближайших врагов. Так, ну что ж, давай тогда улучшим мы клинковый балансир. Клинок. Ближний бой. Так, и 120 аболитов осталось. А это что? Фабрикаторы. А, это то же самое. Да. Только с другой стороны зашел. Ну что ж, одна аптечка. Блин, одна аптечка. А вон там что-то за плюсик лежит. Вот здесь вот внизу. Пораженной порчей. Одну ячейку развития, 3 эфира требует. У меня 6 эфира. Но мне тепло от этого не станет, потому что надо 3 такие собрать, чтобы увеличить прочность. Так, а это что такое? А это паразит. Значительно увеличивает максимальную прочность. Значительно замедляет восстановление ближнего боя и восстановление рывка. Ну да, прочность увеличилась. Блин, а туда как попасть? Ну так вот. Откроем. И пистолет. Оставить, что ли, этого паразита или переработать? Переработать, наверное. Так, здесь второй звенящий ключ, нам сюда. Ладно, пойдем к боссу, что не полностью восстановлено, конечно. Надеюсь, этим оружием мы его убьем.
Так, есть 49 аболитов, 173 аболита стало. Еще раз, ладно, сюда прогуляюсь. Не помню, просто здесь прочность или ячейку развития. Блин, ячейка развития. А, ячейка развития. Ладно, пошли. Бить босса. Перед смертью не надышишься, как говорится. Подожди, яйца вот эти вот разобью тоже. Опа, аболитики нормально выпали. Прикольно подсвечивается так растение. Блин, обалденно вообще игра проработана вот это вот всеми фишечками, растениями светящимися. Планетой так. Загадочно и интересно. Задумка. Но сложная, зараза, игра вот с этими перерождениями. Не дает скучать. Зато. Так, тела Силен тут тоже. Ну что, второй звенящий ключ. Есть контакт. Задание. Вернитесь в звенящее убежище. Пошли. Да, пошли. Звенящее убежище-то здесь. Ну что, настал тот момент открытия дверей. Фух. Укрепленные ворота, созданные с применением инопланетной технологии, требуют два уникальных ключа. Цель обновлены. А чё музыка пропала, э? Я думал, тут сразу босс будет. А где босс? Выше сейчас будет. А, там еще он подняться надо к воротам. За этими воротами уже точно будет босс. Пометка такая. Боссная. Глаза опять, да? Угу. Все смотрят. Че смотрите? Че палите-то? Опа! Опаньки. Кто-то паразит уронил. Что за паразит? Увеличивает защиту на 15%, снижает эффективность ремонта на 30%. Блин, попал, собака. Сброс адреналина. Кто там еще? Не будет никого. Ну, давай зацепим этого паразита. Защиту, в принципе, на 15 прибавляет. Тихо, не психуй. Вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично.
Ты че, блин, взбунтовался? Хорош. Так, это зараженный порчи, правильно? Правильно. Три эфира требует. Как эта запись лежит. Ничего себе там зал. Башня. Она манит меня, как башня белой тени. Как давно это было? Да не слишком давно-то, блин, знаешь... Вообще, мне кажется, эта планета ей кажется, как бы, на самом деле, где-нибудь она находится, в какой-нибудь коме, наверное. Так, доберитесь до вершины шпиля, задание обновлено. А это все из ее прочитанных там книг. Не знаю, конечно, как на самом деле, посмотрим. Опа, что тут выпало. Ячеечку развития, ну давай заполним. А здесь еще один паразит выпал. Увеличивает эффективность ремонта на 20%, снижает урон в ближнем бою на 50%. Блин, надо два этих паразита обработать срочно. Вот здесь какая-то прикольная штука стоит. Это, по-моему, переработка куба, да, куб данных, который мы взяли. Открыт новый предмет. Создает в воздухе портал, выпускающий его врагов снаряды. Эх, блин, расходник сделал нам. Я думал, артефакт какой-то хоть будет. Ну ладно, давай. Так, здесь шифр. А, текст. Анализировать. Уровень третий. В зеркале заднего видно темно. Я падаю в озеро безумия. Вот, зеркало заднего вида, почему-то тут написано. Я падаю в озеро безумия. Обезобразившие водные глубины. Некоторым демонам лучше вовсе не рождаться. Мать лгала о радости, есть лишь боль. А вот еще переработка, смотри, здесь стоит. Паразитов двух как раз переработаем. Первый. И вот она, мне кажется, так подходит это, пытается выбраться из этой комы, из этого бреда. Я, конечно, блин, не знаю и не смотрел сюжеты игры. Ни у кого не подсматривал, если что. Мои предположения. Так, там что-то есть... Там что-то есть, везде что-то где-то есть. Так, наверх я тут никак не попаду, да? Только вот отсюда. Хотя там тоже такие же. Ух ты! Смотри, какое изображение. Интересно. Изображение этой статуи? Уровень второй, точность перевода 39%. Бесконечная песнь кровью изливается в космос. Неизбежный подъем. На шпиле ждал Гиперион, привязанный к Оргону. Господи, больше музыки. Ну, в воду мне нельзя. Скафандр еще не подготовлен к воде.
Нова... Ух ты ж, какая там глубина. Ну, возможно, в будущем. Так, пошли тогда в тот проход. А, портал? Да ладно. А где босс? Или портал к боссу? Требуется расколотый ключ. Зашибись. Этот расколотый ключ, наверное, после босса будет. Что мне тут делать-то, блин? Мне надо выше, выше и выше, значит. Значит, надо искать проход. Подъемчик выше. Лифт какой-нибудь. Так, статуя с аболитами. Идите сюда, мой прещез. А, вот, все, увидел. Все увидел, все. Ага, и что дальше? И что дальше? А, все, увидел. Да, все-таки мы к боссу поднимаемся. Уже статуи с аболитами, но что-то как-то она внизу. Музыка все ближе и ближе, громче и громче становится. Да. Блин, обалденная музычка такая еще. Наверное, вон там будет босс. Угу. Ну что, приготовились. Хера себе, нет, еще не приготовились. Мы здесь. Я должна заглушить ее. Ну, он играет какое-то чудовище. Типа как на органе.
Тишина. Это было слишком. Слишком. Фух, это было, да. Ну, как-то это было легко. Но прикольный был босс. На органе такой играл. Подбадривал нас. Так. Открыть ворота, да, теперь, значит? А, подожди, стой. Зачем я отсюда выхожу? Ворота нам надо открыть. Это направо нам надо сюда завернуть. Угу. Да, вот сюда вот. Думал, тяжко будет. Думал, не вывезу. Но уже четвертый босс. Четвертый босс. А что там у нас получается по наградам-то? Сейчас мы по-быстренькому посмотрим, братцы. Что у нас тут по наградам? Сколько вообще наград мы получили? 21 из 38. Посмотреть все призы. Посмотреть все призы. Безмолвная песня, это победите Гипериона. Гипериона победили. И теперь внутренняя тьма, получается, победите Афиона. Последний босс остался, получается. Ну а дальше акты завершить. Прохождения какие-то, может быть, сразу будут. Ладно, 18 прессов из 31. Ух ты, типа льды, да? Ну да, прикольно. Спуститесь в бездну. Задание. Да, и карта такая. Расколотые пустоши. Карта такая подмороженная. Дисплей, типа. Ладно, братцы, на этом я тогда закончу сегодняшнюю очередную серию прохождения в Returnal. Вот. Сейчас немножечко отдохну и буду стримить в Bannerlord. Может, потом опять в Returnal сегодня вернусь попозже. Всем спасибо, кто присутствовал, спасибо, кто смотрел, спасибо, кто заценил. Спасибо за подписки, за лайки. Братцы, всем здоровья, счастья, мира, процветания. До скорых новых встреч. Пока-пока.